Я, Фасатинг, я буду сейчас проходить игру по спирам. Чё я говорю сегодня опять? Извините, я сегодня всем начинаюсь. Ладно, что ж такое, сегодня у нас будет уровни за звёздочки. На прохождение первых 10 уровней нам открывается бонусный уровень. С новым яйцом. Да, новый персонаж, это космическое яйцо. У него есть своя способность, которую вы наверняка знаете, если вы проходили. Дзём! Конечно же, он притягивает к себе. Он создает черную дыру на время. Который притягивает всякий мусор к себе. Эпизод относительно несложный. Однако заставит потрудиться. Над его прохождением. Используя такие вот странные движения. Как можно сказать, как же антивзрыв, да? Ну, притягивает в себя. Действительно, это хорошо очень сделано. Эти звук странный. Ладно. За прохождение следующих 10 уровней. Вот еще это яйцо. С танком. Это танк. Не танк. Это может сработать. Не знаю, чем эта палка мешает просто палка. Ладно. Нам нужно просто попасть бы сюда. Ну, для трех звезд нам попасть между этими штуками. Когда все летит туда. Где? Вот сюда. И тоже. Вот, ну, раздувайте, ну. Раздувайте, это не раздувайте. Раздувайте. Че сказал? Ну да, бывает, ну я так ошибаюсь. Не ошибаюсь, я туплю. Оба-на! Да, хорошая способность. Ура! Что такое за одна звезда? Вы мне оскорбили очень сильно. А, вот здесь мне идет, наверное, немножечко помучиться. Мне надо переправить эти камешки. Сначала на ту сторону. Как можно меньше их разбив. А потом уже сюда. Пам-п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 ам. Так, хорошо. Теперь их нужно переправить туда. Мастер! Меткости, да? От досады я ударил куда-то локтем себя. Кустом попади, давай. Чёрт. Ну что, значит? Ну, говорится, хронометраж в серии будет гораздо больше, да? Или как-то так говорится. Ну, да не туда! Плохо. Чё это кору, зачем? Не знаю. Теперь там свинья есть, но тут нет. А-а-а, они возвращаются, сделав круг. Нет, я уже раньше мог смеяться, так сейчас не могу. Все, навык пропал, смеха. Все. На самом деле нет, на самом деле пройдет еще несколько уровней на 3 звезды. Вот здесь есть. Конечно, тут не все 3 на 3 звезды пройдут, извините. Все, я такой лупень. Да, тут есть жирный свин, хотя это. Ну что, уровни вышли в тот момент, когда появился эпизод. Когда появилась последняя часть эпизода. Утопия. Вот такой уровень с замком. Ура! И последние камни сбивают тут. Ну что ж, тогда остается надежда на эту куску камней. Груду камней, куску. Что происходит? Шанс, ну, что не попадут, это малый. Но есть. Только так можно пройти на 3 звезды. Ай-яй-яй. Ой! Я так был удивлённо, да? Так, давайте нормально сделаем. Притягиваем туда. Ой. Рано. Ненавижу. Вот кто так делает? Кто так делает? Ой. Люблю удивляться, да? Ой! Ладно. Не буду повторять это. Надеемся на 3 звезды. Ок. Придется еще разок.
мощнее. Ну так это выглядит. Давайте попробуем еще разок. Это быстро очень. Это прикольно. Ну давайте по очереди, чтобы быть получше. Надо всех уничтожить. Вот про это все здесь остается. Ну блин. Так, хорошо. Прам-п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 ам. Отлично. Зачем поют? Ну, бывает. Иногда это помогает. Помогает против чего? Против скуки. Неправда. Давайте последний раз не промахнемся. Не промахнемся. Не надо хрюкать, пожалуйста. Пау! Да. Прошел уровень за 3 звезды на 3 звезды. Нечто прикольное, да? Звучит, это как пакет с пакетами, только помощь с бомжами. О, нет, о, нет, о, нет, смотрите-ка. Это же сложный уровень. У меня оказался всегда сложным. Здесь это всего лишь 3 яйца, 3 птицы, ага. Лети, динамит. Га. Как здесь теперь сделать? Никак? Конечно же. А, ну давайте сделаем так. Сначала туда полетим, потом все это долетит туда. А то, что было, то будет потом. Ура! Че я радуюсь? Че я шумлю? Может, он бросит штуку с одной планеты на другую планету. Это прикольно выглядит. А! Я только что сбил муху. Видите, опасно. Я боюсь насекомых. Да. Окей, так. О, вот это что делать теперь. Да, эта штука абсолютно мало всего ломает. О, получилось! Е! Да, достаточно быстро прошли. Я думал, долго буду мучиться, нифига. Ох, так. Чё там, Катя? Чё ты катишься, колёсико? Ну, ещё один в этом эпизоде. Что сделать-то? Ну, просто... Вот так. Чё, проблемы? А, раскачать, да, раскачать можно. Можно раскачать, столкнуть, можно просто использовать метеоритики. Видите, нет, не метеоритики, а динамитики. Именно так. Прикольно, да? Сейчас смотрите, магия будет. На самом деле не будет, я обманул вас. Неправильно я сделал. Неправильно, надо было вот эту штуку использовать. Для правильной цели, да ну. Способность иногда не совсем управляемая, но... Ура! Попасть. Хорошо, можно так сделать. Наверное. Я сейчас сама себя засвинячит. Потом вот так сделать. Успей! Есть! Сбиваем здесь и толкаем свинью в гору. Чё говорю я? Вам весело, нет? Зрители, вам весело? Ну ладно. Окей, пойдет. Что дальше так? Так, это у нас был 10-й последний уровень. Фоми тузумил, да? О, еще один такой средней сложности. Ну, нормальный уровень. Не сложный, но такой. Где цветочки? Что-то легко. Ну, это не легко, это сложно. Так. Ну да. Рискуем, летим туда, куда опасно. А, как получилось? Как? Я не знаю. Сивком говорю. Ура. Утопия, тут тоже все понял на 3 звезды, а вот здесь нет, а вот здесь не на все на 3 звезды. Видите, 95 из 99. То есть тут мы всего лишь несколько пройдем. Окей, продолжим.
Утопия, 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 утопия. Какой, какой, какой? Вот этот. А, да. Цветочки в виде чего? Не знаю. Цветочки попкорненки. Ага, простой уровень. Компьютер. Блинет. Там-там-там-та-дам, та-дам. Отлично, 20. Сколько может помочь? Ого! Это же лучше, чем было. Я никогда так не делал, наверное. Я не помню. Что-то так резко, да? Усмешка, этих свинья усмешка. Все. Закончили. О, нет. Такой достаточно немножко сложный вводит, но нормальный уровень. Динамит в конце, нужно его использовать. А, нет, он сложный на трех звезд. Сам по себе он сложный. Вот, конечно, видите, видите, почему сложный трех звезд. Вот оно, почему. Вот так. Две, ну конечно, ну что. Постойте. А, нет, ничего не пропустил. Ну и, наверное, последний, я не помню сколько. Но должна быть смотрите-ка. Тут тоже у меня пройдено студия. А, здесь пройдено 3 звезды, смотрите, уровень открыт, да? Уровень открыт. Закрыт. Да, у меня не пройден единственный уровень 3 звезды, это 28-й. Да, 28-й уровень, он сложный. Для 3 звезд. Пройдем 2. Ой, нет. Глупый уровень. Не нравится. А, сюда. Хороший уровень, на самом деле. Люблю когда-то точки забрасывать куда-нибудь. Облетит или нет? Облетит или нет? Ага! Чё это ору-то? Чё я ору? А, всё, остался свинья последняя. Медленно, медленно. А, вот этот уровень такой прикольный, смотрите-ка. Нужно использовать вот так. Неважно, как, наверное, да. Просто использовать вот это. Тогда у нас все облетит с другой стороны, ну, бывает. Так, поток берем, и оно идет в поток, да? Муха-ха-ха. Ладно, что-то странный смерть, а это не смерть, а что-то кривой сык. Все? Нет, не все. Сначала нужно убедиться, что действительно все. А, нет, еще не все, смотрите. Так. Здесь не пройдено, да? Ну это было очевидно. А вот здесь у меня, смотрите-ка. Так как для того, чтобы открыть вторую часть, нужно было пройти при первой на 3 звезды. Тут у меня уровни достаточно как раз и открытые. Вот они. Но они не пройдены на 3 звезды. Ха, странно, да? Вот они, несколько уровней. Да, если вы заметили, то на бонусных уровнях присутствует только яйцо с антенкой. И оно, это яйцо с антенкой присутствует только на бонусных уровнях. Окей, продолжим. Окей, слишком мало. Крым, дым, дым, люблю дым от снега. Когда вы видите, чтобы дым от снега дошел? Ну да, уровень такой средней сложности, как говорится. Глупый, глупый уровень. А, да, чтобы сделать так правильно, нужно сделать вот так. Смотрите. Ну, почти так. Ну чё, поросёнки-то застряли. Он еще когда не сможет пробить ничего. Вылетел забирать до космоса, свинья покинул свой скафандр и улетела вверх. Ха! Похоже на какую-то строчку из книги, да? Бывает.
Последний, последний, это вот такой. О, это прикольный уровень, смотрите-ка. Здесь гравитация есть, да? Ну да, здесь гравитация есть, а сверху нет гравитации. Хотя где поле? Где, спрашивается, притягивающее поле? Вот тут космос уже, смотрите. В каком метре начинается космос? А, вот с этого момента, да? Тут еще гравитация, тут уже... Тут тоже гравитация, ну ладно. Смотрите, так прикольно погибают, да? Ладно, ладно, мучиться. Что-то жестоко слишком, да? Мне кажется, нет, нет. Интересно, в Gabriel Space вообще... Вот этот уровень, допустим, он абсолютно к земле притянут, что ли? Ну, я не знаю. Ах, интересно. Ну, ладно. Это, похоже, все. Больше я уровень 30 не прошел. Здесь нет таких уровней, здесь тоже нет таких уровней. Вот, осталось только это Facebook и Twitter. Да, все, спасибо за просмотр. Все, увидимся в Angry Birds Star Wars 2. Смотрите, вот. Да, увидимся в следующей игре. Всем пока. Че я жду?